На территории округа очень много аварийных сухостойных деревьев. Район у нас не молодой уже, многие деревья подлежат замене. Мы работаем на основании обращений граждан, которые обращаются как письменно, так и путем соцсетей. Звонят по телефону, приходят в администрацию, пишут заявление. Контракт у нас происходит этот ежегодный. Муниципальная подрядная организация выезжает по обращению. Сотрудники приходят с ней, проверяют. То есть, если дерево действительно представляет собой аварийное либо сухостойное, то его вырубают. Можно звонить телефону отдела экологии 8495-562-2022.